Здравствуйте, жители и гости Ютуба. Сегодняшнее мое видео будет являться продолжением серии «Сделай сам». Моя коллекция самоделок пополнилась еще на один рабочий экспонат. Сегодня вашему вниманию предлагаю нож Fixit, самодельный. Сейчас посмотрим, покрутим, повертим со всех сторон. Фокус, фокус, ходи сюда. Надеюсь, все видно. Вот такой получился малыш-красавчик. Что из себя представляет данный девайс? Это нож классической конструкции. Имеет клинок, рукоятку. Сделан целиком из металлической полосы. Материал полосы R6M5. Рукоятка накладки сделана из березы. Береза. Материал мне понравился. Гладкий, имеет интересную текстуру. В руке приятно лежит. Материал такой теплый. Значит, накладки смонтированы не на заклепке, хотя они у меня есть. Приобрел недавно и медные, и алюминиевые. Но посчитал, что на винтах будет более практично. В случае порчи рукоятки накладок, ну, либо просто если надоест, можно будет ее легко заменить. Значит, накладки смонтированы на винты М3, бошки по тайке, все притоплено, разинковано, зашлифовано, заполировано. С обратной стороны гаечки, также в углублениях, в зинковках. То есть все, ничего нигде не выступает. Таким образом все сделано. Значит, по характеристике клинка красненько пробежимся. После небольших экспериментов с изготовлением клиночков пришел к выводу, что все-таки не хочу я себе ломик, хочу я хороший резачок. Поэтому сделал спуски от 1/3, если считать от обуха. Сведение, ну поскольку это всего лишь второй мой нож, поэтому сведение здесь маленечко у меня сыграло. Вот в этом месте я чуть-чуть просадил клинок. Здесь примерно сведение идет в 0,3-0,4. Ближе к кончику идет потолще. Где-то примерно 0,5-0,6. Вот. То есть я хотел сделать резачок. Спуски сделал, как уже повторюсь, от 1/3, считая от обуха. Подводы достаточно широкие. Вот. Изначально на полосе было воронение. Я решил сделать ножичек блестючий. Поэтому я его шлифанул и отполировал. Пасты Гои и каких-то либо других паст у меня не было под рукой. И вылочных кругов тоже на наждак. Поэтому полировался вручную 1500-ной наждачкой. Пришлось нифигово так его все это дело потереть. Вот. Продолжим. Красненько пробежимся по характеристикам ножа. Общая длина. Так. Ага. 200 мм. Длина клинка 82 мм. Ширина клинка в самом широком месте 27 мм. Толщина по обуху. Так, в самом широком месте 2,2 мм. Сведение, как я уже говорил, где-то здесь, в этом месте, от 0,3-0,4, здесь от 0,4 до 0,6 мм. То есть я хотел сделать резачок, подводы сделал широкие. Сейчас проверим, как он работает. Так, дежурная бумажа. Проверим, не напрягаясь, то есть легонько веду нож. То есть веду его практически по своим весам, он режет. Ну, я думаю, вполне достаточно. Увлекательный процесс. Караул. Вот. Ну, сами видите, ножичек получился прям отличный резачок. Какой я и хотел. Хватит уже увлекаться всякими ломиками. Нужен нож, как говорится, для реальной жизни. Вот.
Значит, по характеристикам пробежались. Тест на бумажке обязательный. Нож прошел. Что могу сказать дальше? Краткий экскурс в историю создания данного девайса. Значит, изначально нарисовал на бумаге эскиз, вырезал его. Здесь размечена сверловка, размечено примерно окончание на накладок рукоятки, примерно нарисована схема спусков. Блин, видно, не видно, надеюсь, что видно. Вот. Далее, с этого эскиза бумажного перенес на пластик. Такой пластик используется в мебельных фасадах на кухне. Почему перенес на пластик? Поскольку пластик имеет толщину значительно больше, чем бумаги, и с него удобнее переводить на полосу металла, маркером вводить. То есть маркер никуда не съезжает. И это можно сделать неоднократно, ну, чтобы была линия хорошо заметная. В принципе, можно даже твердой чертилкой каленой обводить по данному контуру, и все будет отлично видно. Потому что маркер частенько при работе болгаркой создается большая температура, и маркер просто выгорает, теряется. Тем более заготовка была вороненая, и темный или красный маркер просто на ней терялся. Далее, после того, как перенес размеры с шаблона на остальную на полосу, полоса, повторюсь, из R675, с помощью болгарки, наждака и ленточной шлифмашинки, все обработал, торцы вывел, спуски, все сделал. Но единственный был момент, нож делал... Здравствуйте, жители и гости Ютуба. Сегодняшнее мое видео будет являться продолжением серии «Сделай сам». Моя коллекция самоделок пополнилась еще на один рабочий экспонат. Сегодня вашему вниманию предлагаю нож Fixit самодельный. Сейчас посмотрим, покрутим, повертим со всех сторон. Фокус, фокус, ходи сюда. Надеюсь, все видно. Вот такой получился малыш-красавчик. Что из себя представляет данный девайс? Это нож классической конструкции. Имеет клинок, рукоятку. Сделан целиком. Здравствуйте, жители и гости Ютуба. Сегодняшнее мое видео будет являться продолжением серии «Сделай сам». Моя коллекция самоделок пополнилась еще на один рабочий экспонат. Сегодня вашему вниманию предлагаю нож Fixit самодельный. Сейчас посмотрим, покрутим, повертим со всех сторон. Фокус, фокус, ходи сюда. Здравствуйте, жители и гости Ютуба. Сегодняшнее мое видео будет являться продолжением серии «Сделай сам». Моя коллекция самоделок пополнилась еще на один рабочий экспонат. Сегодня вашему вниманию предлагаю нож Fixit самодельный. Сейчас посмотрим, покрутим, повертим со всех сторон. Фокус, фокус, ходи сюда. Надеюсь, все видно. Вот такой получился малыш-красавчик. Что из себя представляет данный девайс? Это нож классической конструкции.